Добро пожаловать. Таким плакатом юных казанцев встречает один из детских садов Салават-Купере. Однако жители микрорайона вовсе не рады, что живут здесь. Всему виной смрад, который постоянно стоит в воздухе. За последнее время в Минэкологии республики поступило 20 жалоб на удушающий запах. Прошлым летом сотрудники выездной лаборатории поймали, но только не сероводород, а формальдегид при превышении ПДК в 3 раза. Наиболее грубые нарушения были выявлены в деятельности регионального оператора по ЖКХ при эксплуатации полигона твердых бытовых отходов, расположенных по улице Химическая. В том числе были выявлены отклонения от проектной документации, прошедшей государственную экологическую экспертизу, также нарушения при сокращении выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях и при производственном экологическом контроле. По результатам проверки Росприроднадзор выдал предписание управляющей компании по ЖКХ об устранении нарушений. А завтра в Салават-Купере планируется десант представителей сразу нескольких надзорных ведомств. А пока жители Казани самостоятельно устанавливают датчики, которые показывают качество воздуха, чтобы понять, чем же мы дышим. Елена Горбунчикова, телеканал «Эфир».